Никогда не пробовали пельмени из цельнозерновой муки с такой начинкой, а ведь они неожиданно вкусные. Так давайте же начнем питаться правильно и приготовим необычные, с оригинальным вкусом пельмени. Если вы решили питаться правильно, это не значит, что нужно отказаться от мучных блюд. Мука тоже полезный продукт, а особенно цельнозерновая. Из такой муки можно готовить и пироги, и вареники, и много других блюд. Сегодня я расскажу вам, как приготовить ПП-пельмени с кабачком или цукини. Вкус блюда поразит вас, поверьте. В миску насыпаем цельнозерновую пшеничную муку, добавим щепотку соли и оливковое масло, размешиваем и добавляем воду. Количество воды регулируйте сами, ведь мука у всех разная. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Заматываем тесто в пищевую пленку и оставим минут на 30. Маленький кабачок или цукини нарезаем мелкими кубиками. И отправим на сковороду, слегка смазанную маслом. Добавим нарезанный болгарский перец и слегка посолим. Обжариваем минут 15, стараясь максимально выпарить жидкость. Овощи должны остаться чуть хрустящими. Добавим к остывшим овощам измельченный чеснок и обезжиренный творог. Солим и перчим по вкусу. Вот такая получится начинка для пельменей. Раскатываем тесто в очень тонкий пласт и стаканом вырезаем кружочки. Раскладываем начинку на каждый кружочек теста и лепим пельмешки, тщательно защипывая края. Вот какие красивые пельмени, у меня получилось 40 штук. Варим пельмени в кипящей, слегка подсоленной воде. Я варила 5 минут с момента закипания. Время варки зависит от толщины теста. И вот пельмени готовы. Такие они в разрезе, творог в начинке расплавился. Очень вкусно и необычно.